Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Татьяна Андреева. Здравствуйте. В начале выпуска о дорожном происшествии в центре Кунгура. Нелепая авария лоб в лоб произошла несколько часов назад на перекрестке возле Тихвинского храма. На пересечении улиц Советской и Ситникова столкнулись два автомобиля. За рулем корейской Kia девушка, за рулем другого авто мужчина. Кто прав, а кто виноват, люди начали выяснять прямо на месте. Причем отстаивать свою точку зрения принялись не водители, а их пассажиры. Девушка позвала на место аварии молодого человека, а ярым представителями Тойоты стала женщина. Поехали тем, где я сейчас позвоню? Нет, мне не надо звонить и кричать не надо. Я вам не кричу, мы ездим по правилам. То, каким правилам? Вот вы идите там, снимите там кирпичные. Одностороннее это движение. Я на вас суд подам. Я сейчас позвоню в ГИСК, что спустили с места ДТП. Спустя более получаса участники ДТП все же отправились в ГАИ. Кто прав, теперь будут решать дорожной полиции. На время разбирательств движение по Советской было затруднено.